Всем привет, друзья, канал Мусалин. В работе у нас Subaru Forester. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Разобрали краткий обзор штатной шумоизоляции. Пол в салоне, по идее, вибропласт проклеен. Крышу смотрим. Голый металл. По дверям голый металл. Багажник. В багажнике голый металл, также голый металл. На задних арках этого автомобиля одни из самых шумных мест. Подготавливаем поверхности, приступаем исправлять. Закончили клеить вибропластного Subaru Forester. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены задние арки крылья. Клеим пол в салоне. Обработана крыша. По дверям нанесли первый слой вибропласта толщиной 3 мм, приступили наносить второй слой, мембраны, шумопоглотитель 6 мм. Продолжаем нашу работу. Так, друзья, закончили клеить шумоизоляцию на Subaru Forester. Проклеен у нас мембраны шумопоглотителем пол в салоне. Также шумопоглотитель нанесли на крышу. Третий слой нанесли в дверях. Вибропласт 2 мм. Шумопоглотитель нанесли на полу в багажнике, в задних арках крыльях. Четвертый заключительный нанесли на дверные обшивки. Шумопоглотитель 15 мм. Автомобиль готов. Собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока.